Кстати, она поменяй спину, слышишь? Ума, суслятина, спину смени, пожалуйста. Так, пишите там в руках, кто на какой спек ролит, куда ЭП будет получать. Давайте кушаем рыбу. Смотрите, там что по бафам не хватает, вам сейчас будем пулить. Так, мапу дайте. Дайте лавку интеллект. Давайте, чек на пул. Чекаю секундочку, чекаю лавку. Дайте лавку. Дело. Поставьте кто-то кастрики, не хватает какого-то бафа, короче, не хватает крита почему-то. Так, Харари, Клемин. Что он летает? Готов. Понятно. Готов. Да, давайте, можно начинать. Слава, начинай. Стойте ближе, только в лужах не стойте. Перед мордой тоже не стойте. Что, фанрейд вам сделать? Видишь, у нас там день независимости, сейчас буду носить украинские мови, релеты. Давай, давай. Давай, о, Кокосина. Так, я Бэра не снес, Клемин резца и Кокосину. У меня все зависло, у меня тут лайчок. Не резца. Так, этот, мел резца и Кокосину. Так, Кокосину резца и все. Давай, разбежались. Милики по шипам, РДД. В центре стойте, в лужах не стойте. Давайте, если ребро на вас бежит, вы от него убегаете, прям сразу убегаете. Бегим на хп, Кокосин даст, если шо. Играйте он по шипам, два шипа сзади. Так, смотрим. Давайте, разбежайтесь, давайте, гим на хп. Дал сакру, хильте рейд, не стойте в лужах. Играйте по шипам, сейчас вернется, Фава сбежится, все будет нормально, перед мордой не стойте только. Все, отошли от ребра, опять в рейд. Все нормально. Отойдите от морды. Играйте по шипам, три шипа в миризоне. Давайте шипкой добивайте и добивайте ребро. Все, идите, трэш чистите, резайте клеймена, только там смотрите, в БДК кто-то спекаетесь, там Пыткин или Чеславия, кто-то спекаетесь в БДК. Ебучие шипы. Так, кольцо на мейнспек рольте. Тщеславие спекайся. Так, а на осколки... кто там писал? Ален, вроде. Ален. Ошибаюсь. Так, на успех кольцо надо кому-то? Шея на мейнспек надо кому-то? Почему она вчера не упала? А? На успех. Что наделены особым знанием? Вы понимаете, что на мир пало проклятие. Блин, опять этот пер забагался что-то. Сейчас, секундочку. Держи, я сейчас дам тебе нормальный булок. Спасибо. Так, давайте, одну кучку убили, идем вторую агрить.
Так, ну давайте по тактике. Два БДК слева, протопал справа. Тщеславия будет исчезнуть моба с лестницы. Капли сливаем, звездопады сливаем, игроков контролем. Маги нову кидают, присты эфиры кидают. Защиту мы снимаем. Так, я говорю, стопаем и стопаем, ну, как обычно. Вы же знаете, помните, да, там с каждым траем ХП увеличивается, там эти 100, 200, 300 потом было. Духа хлопнули, оп, и мы падаем это ХП. Дадите бафы, инту и рыбу. Так, сейчас, давай, кто там ДЦ был, Кокосина вроде, давай спекайся обратно. Куда? В ДЦ. Я в ДЦ. А, в ДЦ хорошо. Так, смотри, там что по бафам не хватает, каску даю. Только у меня иногда сильно зависает что-то. Ну, ничего не поделаешь. Там уже Олега, кстати, лежит. Кто ты? Так, давайте, резайте ману, смотрим, что по бафам. Дайте пристабаф на локи, что-то не вижу. И лапку, так, лапку обновили. Давайте чек на пул. Я ману пью. Секундочку. Так, скажешь, когда Кокосина? Потом скиньте мне, пожалуйста, макрос. Какой? На этот, придание сил по фокусу. Не, у меня такого нету. Я готова. Ну так, все готовы, давайте пулим. В эти священные покои. Это место станет вашей могилой. Давайте, вышел трэш, играем все по трэшу. Сливайте там свои капли, звездопады, все дела. И покажи чужакам мощь нашего господина. Так, смотрим, сейчас будет контроль, готовьтесь контролить игроков. Так, смотрим, контролим. Почему я не удивлен? Захитьте паладина, может выживет. Играйте по трэшу, вышел трэш. Давайте с правой стороны добивайте мобов, там подключайте себе РДД, милики, два моба кастует, так и бейте леди, контрольте игроков, в следующем трэше сольете это все. Контрольте хабу, законтрольте после вилок. Так, Клеймин, весни, тщеславие быстрее, это наш танк. Что, стопаем? Да, стопайте, стопайте. Что, не берете, блядь? Стопайте ДПС. Резайте БДК, никакого БР есть. Клеймин, резай. Давайте все в трэш играйте. Первый на пол на тщеславие. Давайте в центре трэш, там моба забейте, милики или кто он там, скелеты. Бейте. Бейте скелета в центре, контрольте игроков. Иди на пуливай, на тщеславие лови. Тщеславие лови. Играем в трэш. Здесь пальте. Играем все в трэш. Так, смотрим, сейчас духи будут. Духи в центре, два штуки вижу, третьего не вижу, где аккуратно отходите. Так, слава, два стака. Следующий на тщеславие на пул, давайте. Слава первый поймал. Давайте на тщеславие на пул. Так, духи возле леди, аккуратно, милики. Ушли милики. Контрольте игроков, ради за контрольте вара. Дайте ему фиры, там все дела. Так, трэш вышел, давайте. Играйте в трэш. Духи пошли в мире зону, аккуратно. Духи с левой стороны, аккуратно. Так, тщеславие поймал, давайте на годе на пул следующий, давайте.
смотрим сейчас контроля 2 секунды, готовьтесь. 2 секунды контроля, и трэш будет. Два раза контроль, и духи в мире зону пошли. Капли откатились, а давайте там капли сливайте, контроли, все дела. Давайте в трэш вышел, играйте по трэшу. Гимн по иномана. Давайте, ставьте тотемы, давайте гимны. Так, сзади дух леди, по центру один дух леди. Так, слава, давайте скидывайте агро там на кому. Все, слава поймал, следующий на полночь славе давайте. Контрольте игроков и добивайте леди, трэш больше не бейте. Давайте, главное живите. Там, ауру от огня поставьте, ауру средоточения. Где-то стоит. Все, молодцы. Видите, чистить трэш дальше. Аккуратно там читаю, спасибо, спекайся обратно в ДД. Так, можно нам спек надо. Я в ШП. Так, сколько там. Ну да, давай в ШП. На успех ноги надо кому-то. Кольцо на танк надо кому-то на мейн спек. На успех. На криере. Благодарю дух. Сам сумнете на корабль. Поспешите, то еще сможете его нагнать. Назовите, пожалуйста, бафку по магам. Дискон? Да не, вроде. Суслик, дай, пожалуйста, МК. Пожалуйста, лапу, плюс добав, крест. Ча. Капитан Саурфан будет рад видеть вас на борту молота Оргрима. Мы будем сдерживать Альянс, пока вы не будете готовы к взлету. Пехота молота по местам. Так, давайте берем все ранцы, ДК летает, я тут танчу, что пушки там садитесь. Я беру. Давайте, пушки там садитесь, грейте. Это же кольцо на танк, по-моему, битсовое оно идет, если не ошибаюсь. Да вроде, я с таким танчу. Так, вары, подходите, давайте. Я бегу. Все, запустил, там одевайте ранцы. Со смертельным врагом Лактарага. Оркрон, взлетаем. Вы видите, что это там вдалеке? Корабль Альянса! Все на палубу! Мурадина там не бейте, только то он по стакам уже танка ваншотнуть, как вчера было. Че, это у меня чешка прокнула. Играйте по трэшу пока. Сейчас ты умрешь.
Так, давайте смотрим, Мах сейчас выйдет. ДК полетел. На рейд летите. Прикинь, нажал на корабль и упал вниз, короче, прикинь, текстуру. Огонь! Давайте трэш на нашем корабле бьем. Так, что там, Мах вышел, ДК летит, рейд летит. Давайте перелетайте пушки, давайте добивайтесь, 17% осталось. Дайте рыбу, пожалуйста. Да, давайте рыбу ставьте. Не запускайте сразу, сука. Так, Альтея, где ты там? Подождите, не лутайте, что я не вижу пристав. Блин, короче, Ваня, я лутанул. Ну, ты поздно сказал. Ну, простите, если что. Да ну, там тут счет на моей деньги, счет такого. На успех счета. Руки надо кому-то бесплатно, да? Секунду. Давай мне, пускай будут. Блин, у кого-то есть на рыбу медуза? Я нечаянно встал, короче. Дайте рыбу, пожалуйста. Ален, ставь рыбу. Точно, точно, я забыл, что малым ставлю. Кушайте рыбку. Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Кушайте рыбу, смотрите, там что по бафам не хватает. Альтея, ты с нами? Где ты там? Не вижу тебя. Я вас тоже не вижу. У тебя когда есть насылка, Гарри? 14.85. Поставьте шкаф с уманем. Дайте шкафчик. Матери, когда она умирала, что пройду через темный портал. Когда есть. Умер бы я или выжил. Все, есть. Остался бы цел. Набирайте, ранжу сразу, смотрю там, кто трэш не бьет, тут ГП получает, или там минус на шмотку какую-то. Рост там сами дадите через 5 секунд. Кулак и каску по магам. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественно... Обрежу там, наберите небольшую между собой. Давайте рост. Так, давайте 5 секунд трэш, готовьтесь. Трэш, переключаемся, играем. Земля обогрится вашей кровью.
Давайте 2 секунды трэш, сливаем. Играйте по трэшу. Слав, забери пусто. А, нормально, нормально. Давайте 2 секунды, последний трэш. Так, дайте войско, Слава, дай войско, у меня мышка зависла. Играйте все в трэш. Все, добивайте с рука, там аккуратно метки не роняйте. Все, молодцы, иди открывайте портал. МТЦ? Да, спекайся в ДЦ. Клинок на мейнспек надо кому-то? На успек. Мы похороним тебя, как подобает. В Награнде, рядом с матерью. Защитник. Помните о чести, герои, какой бы жестокой ни была, никогда не отрекайтесь от нее. Этот Кьюзар и вчера линканул, когда варом на Лича пошел, не? Вот это кому-то защитник, взыватель обычный, там, присоедините. Не знаю, я вчера не был. А ну ладно, я тебе скину, там двадцашка с Лича, короче, вчера в гере. Ну, похуй, если сейчас. Спасибо, Ваня, это мне медалька, типа, на грудь. Какой ДПС рядом? Покажи, я подпадаю. Там, где я есть, тоже. А выше был. Какой сына? Ты 16200 дала. Почему так мало? Куда, Ваня? На сейчас квартиру бьем, потом на Синдру пойдем. Ой, идите назад в портал, сейчас мы приведем квартиру. Ой, да, да. Запомни мой голос. Нормал, два танка рядом. Просто я, блядь, вот ты охуенен. Так зачем ты туда прибежал? Этот самый, давай теперь 150 голд, чтобы я купил себе вареную медузу. Последняя штучка была, блин. Там она на границе под... 2, она не таунтится, когда за мостом. Она тебя щелкнула вперед. Или может быть просто ты ей понравился. Я тебе могу морского дьявола дать одну штучку, не готов, не готового. Он, конечно, древний, может, наверное, вот он у меня в сумке лежит. Ты сам смотри, хочешь ешь, хочешь не ешь. Я б не ел бы. Ну поджаришь, нормально бы. Да, мне 150 голд, я иду в Огриман, себе куплю богадельню. Если играю каким-то классом, у меня должно быть фласки, хавка, все должно быть заточено. Даже шаманом покупаю себе хавку на хосту, короче.
Опустите клинки, соратники! Фрейгулы насмерть! Я бы ему ответил грубее, но... Налёт, пустите. Да ты его ещё слушаешь. Да, блин. Да-да, мне то, что кажется. Хотя он там с тобой недалеко живет вроде, да? Да я не знаю, где он живет, не плевать на него и на его жизнь. Он в Киеве, походу, живет, насколько я знаю. Или он в Черновцах. Черновцах. Черновцы это типа... Это типа где, блин, я чуть не далекий. Там за Киевом с левой стороны, если смотреть, по карте. Ну... В смысле, ну, там понятно, же от Львова недалеко, не, ну, как бы относительно. Ну да, я не знаю, типа. Да, не то, что с Новосибирска там поедет. Так, давайте РДД печеньку, милики, звездочку. О, спасибо. Смотрите, там, когда они портанутся, чтобы вас АУЕ не поубивало в этом отходе. Молодец, голды дай мне. Вот. Короче, суманете меня. Портнулись, давайте РДД переключайтесь, милики, отходите. Давайте, добивайте звездочку. Так, РДД, печеньку, милики, звездочку. Потом остальных сливайте. Играйте через звездочку, там РДДшники милики, можете на трэш сливать. Давайте, Слава, тащи по одному мобу, я сейчас наверх поднимусь и ворвусь. Тогда трэш добьем. Так, это Слава, тащи по одному, я наверх пошел, короче. Финкельштейну пустить меня на опыты. Играйте, милики, точечно того одного моба, остальные РДшки сливайте массами сверху. Когда мало будет, какой может следующего тянуть? Сука, я не это, безоруженный финкельст. Это может еще одного вытянуть, милики, играйте того, потом в толку ворветесь. Все, врывайтесь в толпу, там убивайте. Давайте, Валькира сейчас будет на ней бурстая, давайте. Суманите меня, Ванек. Сейчас у нас бой. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы Серебряного Аватара. Жалкие невежи. Я отвлеку ее на себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Нападай, гроза плеть. Сейчас музычку нашел такую типа русского рока. Павел Пламень, в прикольных кто слушал? Не, грубай. Там будет плохо слышно. На ютубе забейте, Павел Пламенев хорошо поет. Блять, знаю твои вкусы, Ваня, блять. Ну а ты что тут делаешь? Иди свой, что там, Легион? Или что там, битва за Азерот? Иди в нее шпиль. Вот иди в нее шпиль. А это ты шпиль. Так а что ты с нами делаешь? Что, гильдии не берут хорошие? Нет, тут хорошие гильдии. Рейда же нету, рейды только 5 сентября откроются. Там битва за Азерот, кто главный босс-то? Ничего, никто.
Не, ну типа на Лече Ильич там, на регионе кто там был-то, блядь, этот? Арбус, да. Ну чё, вот там, хулиписты перед лицом. Хорош. Ты же до выхода все равно Пантеона не знал, что Аргус будет. Ты бы это узнал там, последние уже аддоны, патчи точнее. Ну, Валера, кто там у тебя, хулиприст или ДЦ? Сатрарева. Так, спекайтесь, хила там, кто там может, сова какая-то спекнется, одна паладин, хипал у кого-то есть, тоже можете спекаться. Норка, хулиприст или ДЦ есть там, Альтея, хулиприст или ДЦ? Ну, давай спекайся в хулиприста. Я сейчас зайду, короче. Дайте шкаф пока. Я вылетел. Так, получается, рейд Сатрарера Кокосина будет хилить вдвоем, остальные все на вальке. В порталах за мяу летайте, поставил звездочку. Дайте шкаф. Ну, Локи, дайте шкаф. Кто такая Мария Врака вот эта? Обижает меня. Что, познакомиться хочешь? Ты сбежи, хочу. Так, Ваня, подходи, где ты там? Ну, Вальку хилит, повтори. Вальку, Кокосина, Сатрарера на рейде, остальные все на Вальке. В порталах за мяу летайте. Так, тыкайте на сумму. Так, давайте все тут там бафайте Машу, ему там пристабаф дайте, телек дайте. Давайте чек на пул. Так, ну давайте, хилы готовы, начинайте. Стой, вышел прест, стойте, стойте. Стойте, 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 Слава, стой. Не знаю, куда он вышел. Так, дайте Иннер на Сатрареру. Звездочки. Дайте Иннер, там друиды. Все, Иннер дали, все готовы. Идем пулим. Так, давайте, толстый вышел, смотрим подавление с какой-то стороны. Идите подавление, бейте. Там ретики можете в порталы заходить, тоже собирать стаки, хилить, оно нормально будет хилиться. Так, откуда вы будете там летать? С головы? Часовой? Не знаю, за печенькой, смотрите, как будет летать. Дайте массы АУЕ под червей. Это ПЦ, я же говорю, надо было хули приста спекаться. Играйте по подавлениям. Там смотри, ДЦ одна хилишь. Спивайте мобом косты. А, это не тот босс, короче, да-да, все, молодец. Паладин и ретрики летайте в порталах, тоже стаки собирайте, быстрее за хилим. Стаки собирайте и исцелением обычным хилить, оно хорошо хилит. Как опалы будете. Да. Смотрим, подавление сейчас где-то вылезет, играйте в подавление. И там ауру скорости включите, коня. Жалейте маны. Дайте иннер как осени.
Как раз слышно меня? Да, слышно. Блин, наконец-то отошло, короче. Давайте, ОЕ по толстого. Шаман, выйдешь с портала, дашь что-то им на ману. Кокосина, давай им на ману. Сейчас подождем, выйдет. Да. Давай, ставь тотем, давайте гимны. Играйте в подавление. Я по толстого. Норка, ты когда в порталы заходишь, хоть и престолом, ты, получается, цепное, этот связующее на себя кидаешь, и молитва восстановления, которая апатия хилит, она будет весь рейд хилить. Секрет. Играйте по подавлениям. Бесплатный Wi-Fi. Может, герой поставить? Да не, после следующих. Тут 25 стаков как-то уже. Ну давайте Геру, Стрера, давай им на ману. На ХП давай. Кидайте там возложение, паладины, все дела. Там я подхилю, хорошо? Угу. Норка, давай тоже им на ХП. Кокосина тоже им на ХП, захиливайте так. Никуда не заходите, просто дохиливайте. Все, молодцы. Так. Норк, оставайся в холле престе, тогда сатарара спекайся обратно в шип, это в 5 хилов пойдем. Пусть на, пожалуйста, обнови МК, хорошо? Другой хиле останется, я просто в шипе шмыть хилю. Это нанесет. Это Норка, да? Да. Тогда давай в шипе, а сатарара в холле преста обратно. Надо кому-то за 10. Так, ноги ДД, хотя их не надо. Тайду изучаем. Ну, пятого хила просто нету, так что похилишь так. Ивент завели или заходить можно? Да подожди, там ивент запустился. Там локи или охотники, тяните трэш с подвальки того мобов. Так, сольем их. Угу. Только на пол дайте потом, когда это все прибежит. Вот этот Элайра, о, спасибо большое. Можете войско там вызвать, если ДК какой-то остался. О, хильди протопало, хильди.
там новые станы паладиновские, все, давайте. Прикольно. Что такое? Да, мы тут балдеем с фармой. Ты балдеешь с парнем? Чё? Ну так-то да. А что? Что естественно, то не безобразно. Я тут подстригала, короче, на работе в окно увидела такую картину. Мальчик целует мальчика. Первый раз в жизни увидела. Я охренела. Взрослые мальчики или дети? Ну, взрослые. Слышишь, а ты Войда фотки видела? Это не он был случайно? Вообще, там был мальчик, которого я тоже подстригала. Там Войд балдеет с пацанами, блин, просто. Не переживай, это не последний раз, как ты это увидишь. Да, не последний раз, он по городу тоже и прады проходили, так что ничего. Все, Маша, можешь заходить. Город маленький. У тебя по городу? Ну, не по мне, а по областному городу. Да по Днепропетровску проходили. В Днепре проходили с парадом, блядь. Так ладно, в Днепре не проходили. Они проходили в этом, в Кривом Роге, по-моему, или где там они проходили. Это вообще обалдел. Я тоже охуел. Блядь, Кривой Рог и парад гомосеков, это вообще... Их там было просто как бы 33 человека. Ну вот по опыту скажу, их тут больше, блядь, понимаешь? Это они посещались. Ты именно опытный идти в эти дела. Да нет, ну, по я не дракону, то, чтобы про геев, а еще про конкретно таких пидоров, бля. Вы про церковный парад или про гей-парад? Да нет, про обычный гей-парад. Да. Так, давайте поднимаемся наверх, смотрим. Сейчас будут филы кидаться. В пятой пати все хилы будут. По меткам все под боссов будет нести, кто там умирает на притяжках, там от лыбы не спрятался. Даю ГП, если мы падаем. Так, давайте, походите к рейду, там же сейчас будем добивать. Сейчас будет синдра спускаться. Все, собираемся, тайм убираем, хилимся. Давайте пока бафы там обновляйте. Смотрите, что кому не хватает. Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Норд... Слава, подходи. Унесут ваши души. Вой там парень балдеет, блин, не отвлекай пацана. Так, одеваем фрешмод, не забываем. Ваня, зачем ты чирикал-то?
Зачем ты всегда свой догонишь? Ваня, это он тебе. В смысле свой догоню? Я с него не гоню, он, ну... Ну что, он тебе что-то плохое сделал? Так я ему ничего плохого не сказал, ни слова, ты чего? Я сказал только, Войт балдеет с парнем. Ну, это вернее, он сам сказал, что он балдеет с парнем. Вот, ну, я не виноват. Кому что нравится. Так, если рыбка там есть, можете поставить. Ну, ты гомофоб? Ну да, я как бы, мне в принципе все равно, главное, чтобы это никакой стороной меня не касалось, это их дело, типа это, ну, личный выбор каждого, ну, по сути. Ну, как бы мне не хотелось, чтобы у меня в друзьях был такой человек, короче, а тут не знаешь, можно ли ему доверять, мало ли накидался там, и все, и аминь, и уже, блин. В их войсках, не надо мне. Дайте этого. Мага баф, будем начинать. Давайте чек на пул, то маги дайте баф. То есть ты боишься, чтобы они тебе прикасались, да? Да, я бы не хотел, чтобы ко мне это относилось дело. Клемент, тут подходи, сова. Вы про разных людей говорите. Давайте, все готовы вроде, Слава. Иди на позицию, пуляем. Хильте рейд. Аля, ПС пула кинь, пожалуйста, малышка. Давайте, Мирик, там буду говорить, когда она будет АПС, если что, стоп, мы там по хилам будем смотреть. Если нас пойдемка хилилась, то вы в сторону вышли, скинулись так и вернулись. Не надо там хлопать и тому подобное. Два хила нормально. Давайте сейчас притяжка будет, готовьтесь бежать. Вот сейчас, 5 секунд на тот таймер. Все, бежим. Тут эти синдром сейчас будет взлет, как хильтереет. Так, два хила нормально. Мелики, вы там полегче. Ой, сорян. Давайте идем наверх. Идем наверх, метки вниз, смотрим на какой метки. Метки точно бейте, за которые прячемся, не бейте. Так, по-моему, там одна лишняя какая-то была. Сзади на лестнице падает, сзади на лестнице. Давайте бейте все. Крайние бейте, центральные бейте, все бейте. С левой стороны далеко падает. Бейте самую с правой стороны падает, самую правую бейте тоже, центральную не бейте. Центральную не бейте, печеньку стопнули, с правой стороны падает. Давайте, все разбивайте склепы. Давайте, захиливаем рейд, все нормально. Ой, давай, Серый. Два хила. Так, давайте, притяжка 2 секунды, готовьтесь отбегать. Бежим. Блять, заебала освобожденка, сука. Дотаки, Синдру, сейчас будет взлетка. Давайте, рейд наверх, метки вниз, так же самое делаем. Так, я в метке, там сами смотрите, говорите, где будет падать. Сами смотрите, кого бить.
потому что... Слава, поговорим, если можешь. Или Ваня там кто-то. Разбивайте. Давайте рост. Давайте. Все под босса будем носить, так что давайте. Два хила освобожден, к Америке там без фанатизма. Фаза пошла, смотрим, на какую метка будет. Все, больше никто не стакает освобожден. Просто вернулись и с норка под босса Америки ушли. Норка под босса Америки ушли. Сразу разбивайте. Разбивайте сразу. Следующую под босса будет притяжка. Так, блудик под босса. Эту не бьем, ждем, притяжка будет. Ушли милики, там притяжка, аккуратно. Разбивайте, как Осина под босса, милики ушли, ушли милики, ушли милики. Разбивайте. Следующий тоже под босса несем. Так, смотрим на ком. А на крыль под босса, милики ушли. Сразу разбивайте. Так, два хила освобожденка, третий норка по команде даже им на хп, если шо. Следующий под босса. Селфиш под босса. Ушли милики, ушли, ушли. Давайте, следующий под босса. Притяжка будет, следующий под босса не бьем. Суслятина под босса, ушли милики, не бьем склеп. Хильди Войда, скидываем стак и притяжка. Давайте, стоим, курим. Следующие стороны будем добивать. Слава, тебя менять не буду, там каплю дам, если что. Все, разбивайте, просвещенные стороны. Кашка, отдать каплю. Ну все, добивайте. Следующий тоже в сторону, если будет. Каба в сторону. Все, молодцы. Разбейте сейчас скреп. Блядь, 6 магий поймал, сука. Часы на майнспек надо кому-то? Ёпта, блядь. Вот, вот что падает, вот что надо, не падает, блядь. На офспек. Да, вчера кто-то на эти часы, блядь, там готов был, блядь, просто вступить в ей ряды. В нем тоже так, были защитник, тоже, настолько все шаман. Часы. Не, у нас один токен, одна шмотка, дорич и одна пушка с лича. Так надо кому-то завоеватель, покрытель обычный там, крысоните. Пошлите на кровь. Нет, это у тебя плохой ДПС, слышишь, Рога? Это зависть синс. На этом вылетал на трэше, короче. Давайте через скелета, ведите, через советника.
Я отойду за чайком, Ванек. Ага. Так, идемте, присты со мной, там сейчас поконтролим, рейд внизу, стойте. Так, давай, Альтея, звездочка, Норка, печенька, Косина, ромбик. Подожди, у меня экран потух. Хорошо. Так, Косина, ромбик и Сатарарара, трусы. Будем играть себе в советника, череп поставлю. Ну ладно, там без одного контроля все нормально будет. Давайте подходим, присты. Идем на позицию, контролем. И бьем черепок. Давайте бьем черепок, потом ромбик. Все там, слава, может следующего еще одного дёрнуть, там или звездочку, или трусы. Давайте тогда само по контролем. Так, давайте, присты, подходим на позицию, так же само контролем, будем черепок бить. Все можете контролить. Играйте череп, потом ромбик. Я не забила, Кристина. Давайте этот трэш через печеньку будем бить. Близко не подходите, только чтобы боссов не спулить, чтобы вас не откинуло потом, если шел. Крисаем мага, сейчас будем начинать. БТК на двоих, протопал на одном. Колдрама на БТК. Так, секундочку, Колдрама на БТК напуливаем. Смотрим, лав еще не хватает. Стой, Каноб уже ломится.